Да, итак, ребята, всем доброго времени суток, уважаемые зрители, подписчики канала. Сегодня мы продолжаем проходить Watson 2, режиссерская версия, на канале BileStream. И мы там вроде как до Монту закончили. А, сейчас, собственно, нам надо вернуться в сам Цитадель. Да, нам тут храм показали, мы мутантов не перебили. Собственно, да, все, чики-пуки. Давайте сейчас водички возьмем. Так, пополнили фляги. Да, идем сдавать все квесты, что там еще. Сейчас поговорим с Варгасом, с генералом. Деревню Дарвин, да, мы сейчас закрыли. Да, идем сдаваться. Да, ребят, вступайте в группу ВКонтакте. Там также есть видео, если у кого-то там. Знаете, может посмотреть через ВК. Всем большое спасибо, кто смотрит. Подписывается на канал. Ребят, спасибо. Заполнили фляги. Дальше надо посмотреть нам. Сейчас, если что-то продавать. Так, тут пока ничего не надо продавать. А, вот, меняло. Поставим. И тут, собственно, пока вода пускай стоит. А, майор, гренадер. Нур гибицит. Ой, пока это гибиц говорит привет, эхо говорит. Нет. Да, еще с нами вот это вот зеленое чудовище, которое кормить надо всякими частями. Тело там, хвосты, шкуры всякие. В общем, для нее это как конфета. Такой вот мутантик с 8000 хп. В общем, шоколадное тело. Ага, вот дискет, который мы нашли, кстати, мы сдаем его. Так. Экскурсия. Он пишет. Хотите экскурсию? Отлично. Народ обычно разбегается, когда я начинаю говорить. И мы то же самое сделали. Так, сержант Гилберт Сагара. Молотильщик, есть новые данные для карты? Ну-ка, посмотрим. Вы были правы насчет деревни Дарвин, она запрошена совершенно необитаемо. Да, мы же сказали, что мы не сдадим тех мутантов, которые там живут. Каталоги. Маргас попросил показать дневник Эйса. Ага. Если у вас нет новых картографических данных... Данных дергать меня не нужно. Вот этот вот я пока еще не могу, тостер я не качал. Собственно, нам надо вылечиться и отдать ему лекарство от рака. Вот видите. Так, теряем. Там никого нет, деревня необитаема. Автоматический справочник Грея. Там никого нет, деревня необитаема. Все, мы не сдали там, что ребята живут. Мы показали дневник Эйса картографу Сагаре. Он обещал посмотреть старые книги, вдруг удастся что-то определить по записи Мейса. Так, фотку тюрьму укреплен, так что, да, нам надо еще найти части для робота, помните, турели? Вот туда нам надо будет вернуться. Получив информацию от Джен, мы должны решить, скрывать ли существование мутантов от генерала Варгаса. Теперь, когда у нас есть... Так, все хорошо. Меняло 4.
собственно говоря, надо аптечку взять. То есть не аптечка, а вот это вот воскрешение. Да, чтобы было. Все. Продавать ему уже, наверное, не надо всякие там антибиотики, знаете. Все, давай, друг, до свидания. Анжела Дэд у нас уровень получила. 17-й. Так, по талантам не дали пока что. По наукам умеется уже. Можем взять дробящее, можем взять задиру. Стрельба в ближнем бою. А, штурмовой грубой задира. Давайте задиру возьмем. Также дробящие надо еще развить. Вроде как не принципиально, да, на 4 очка. Но развивать надо все. И грубую силу тоже, кстати, вот может сгодиться. Где-то в каких-то ситуациях. Так, с возвращением братья готовы к заправке. Да, готовы. Так, за новобранцев мы уже трещали с вами, Ральфи. Надо, знаете что, надо мне вспомнить, где еще персонажи братья ближнего бойца, да, дабы вам показать. А, в какой-то шахте. Надо будет вспоминать, где его находил. Да, для меня. Штурмовая винтовка какая-нибудь мне нужна. Потому что у меня с Фамусом ходит инженер еще. Так, снайперский дробовик. Нету пока что. Лазерный карабин. Лазерный пистолет. Кстати, патронов надо. Патроны, патроны. Так. Презервативы всякие тут. Это нам не нужно. Вот, зараженное сердце. Так, комочек не давайте сердце. Сейчас накормим нашего клоуна. Ну, конфеты лучшие. А у меня достижение, да, опять открылось. Типа, надо 20 раз его накормить. Конфеты лучше всего на свете. Ну, ясно. Так, прикинем по патронам. Дробовика хватает. Собственно, тут тоже все хватает. Энергоячейки, кстати, нам надо купить. 100 патронов хватает. Тоже хватает. Все хорошо. Тут все вроде как бы есть, все на месте. Мы нашли ящик с компьютером, подписанного Топи Этельвульфа. Этельвульфа, вот. Не знаете, что это? Нет, ничего. Вы не против, если я его себе оставлю? Люблю хорошие загадки, а эту штуку уж очень... Да, собственно, забирай. Вот она. Таракан. Вот, ребята. Я так полагаю, что это первый дробовик. Что-то он слабоватый. 32-39. Ага, у него криты очень хорошие. Кстати, это на скотч пойдет. Видите, икс урона крита 2... 2-0.
Ага, дальность 8. 12 патронов, разброс 45, пробивание брони 2. 5 УД на выстрел. Урон, кстати, неплохой. Модификатор уклонения минус 10. Так, а у меня каретное ружье стоит. Вот, кстати. Да, совершенно верно, я его заберу. Кажется, у вас закончились заявки. Хорошо. Хорошо, спасибо и на этом. Броня 4. 4. Вообще двоечка. Так, бронежилет и кожаная куртка. А у нее плюс 1 УД, если в легкой броне. А, работает. Да, модификатор, видите, умелец, плюс 1 очко действия. Все хорошо. Давайте, собственно, да, разбираем. Ну, модификатор минус 10 уклонения. 10%. Чок. А у меня нету чока. Нормальный дробовичок, тараканчик. Да, собственно, необычный лук мы можем поставить потом. Сейчас я тут разберусь, мне надо энергии чеки купить. Так. Пока оставлю. Да, нет у меня этого отчёка открытого. Значок фан-клуба у Стеллант. Жополис плюс один. Угу. Задира. По-моему, вот у неё Жополис. Да, у неё. Ладно, оставим пока, да. Пойдемте закупимся энергоячейками. Всякими патронами. Так, Роза. Так, кстати, вот открытый чок есть. Разброс максимальной дальности. Да не, зачем? Нет, 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 не буду я ставить его. Собственно, давай продавать это все барахло. А, питомец банки вообще интересно. Куклу Вуду. Кстати, пустая кукла Вуду стоит почему-то дороже, чем лук. Да, но лук дает 3 шанс крита, а это 2. А смысл? Эти патроны, я думаю, нам еще сгодятся. Так, лом тоже сдаем. Штаны с ракушкой. Розовый бюстгальтер. Вообще. Так, барахло. Компьютер, механика, куда? Барахло. Кошачья мята. Да, у меня прям вот инженер, инженерист. Тоже сдаем. Барахло. Барахло, да? Сдаем. Все барахло, барахло. Харизму сдаем. Так. Деревянный глаз, я думаю, этому скормить.
Эти всякие приставки, трубка. Семь шестьдесят две. Подожди, это ж вроде на снайпера, да. Так, ну что у нас по деньгам? Три, нормально. Да, и пчёмка тебе больше идет. Все, давайте выкладывать. Всякие тут ненужные. Так, анатомическое это что? Круиз, анатомический справочник Грея, история Ричарда Грека. Да продать. Так. Здесь вроде, да? Вот это вот не нужно все. Патронов, конечно, я очень много таскаю с собой. Ну, как-то так, пускай будет, да. Много с собой тоже не надо таскать. Снаряжение стоит, 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 все хорошо. Идем теперь трещать с нашим Варгасом, с генералом. Спасибо, что спасли доктора Тайтмена, рейнджера. Он тут столько вылечил за эти годы. Хорошо, что кто-то смог его отблагодарить. Ну, то есть лекарства мы дали. Обнаружив робота, мы осмотрели дерево, деревню Дарвин. Она заброшена, сэр, совершенно необитаемая. Я так и думал. Спасибо, рейнджер. Журнал был обновлен. Это было непросто, но в итоге мы все же решили защитить колонию мутантов, не рассказывая о существовании. Все хорошо. Так, мы передали. Теперь текущие. Теперь, когда у вас есть противорадиационные костюмы, мы готовы к поискам Дамонта. Нам надо будет найти путь через радиационное облако и в каньон, разделяющий территорию рейнджеров и Дамонта. То есть это получается другая карта. Мы показали дневник Кейса. Он обещал смотреть старые книги, вдруг удастся что-то определить по записи Мейса. Вот тюрьму укреплен. Да, вот от робота какие-то части надо найти. Так, теперь все-таки сейчас мы еще раз поговорим вот с этим, вот с Агара, картограф. Если у вас нет, то... Что-то он не хочет разговаривать-то особо-то. Значит, идем здесь. И поговорим, кто там какашки принимает. Да нормально у меня дела. У тебя как, собственно, дружище. Не болеем, не кашляем. Говно, да. Ну тут он нормально гранатомет давил. Смотрите, урон 100, дальность, радиус. Гранатомет, лав. Вообще угарно. Продавать-то ему тоже нечего. Тюрьму, да, заглянем сейчас.
А где тут этот братишка-то, его арестовали, которого? И Рик, что вам нужно, братья? Ладно, Рик отдыхает, а этого парнишку куда-то увели. Ну, собственно, что у нас? Как бы, да, все есть. Вот сейчас куда выдвинуться-то? Идите детали от робота-то искать. Сохранить сейчас, да, и пойдем куда-то. Ну, дисплей, дисплей. Я так полагаю, что дисплей это и есть одна из частей на того робота, где нам нужно пройти, да, вот эти турели. Еще надо найти какую-то гусеницу. Контрольную точку сейчас сделаем с вами. Как-то надо уже что-то куда-то двигать. Ну, давайте смотрим. Радиовышку я вам уже показывал. Мы там были, святилище были. Трейлеры Рика были. Да, находится это все в тюрьме. Чтобы нам пройти, нам надо найти гусеницу. А когда мы проходим, убиваем там капитана этой тюрьмы, как его там по журналу-то зовут, у нас вот такое движение пойдет далее. И далее мы уже перейдем в другую с вами карту. Давайте-ка мы сейчас здесь все облазим. Там я был. Да, секретный тайник, там, где дискет очень много. Давайте, собственно говоря, вот здесь посмотрим. Тут тоже что-то должно быть такое. Вода у нас есть. Так, ход зарабатываем достижения. Святилище нашли, ребята. А, второе. Всех 11, второе нашли. Ну и, собственно, снайпер, давай ты вперед. У нее зоркий глаз, все дела. 100%. А, сейф, сейф, понял. Карабинчик, снайперский, снайперский нам не нужны. Так, компьютеры. Компьютер у нас уже имеется. Емкий магазин, мало прицел, прочный магазин. Понял, как обычно. Да, ребят, если вы играете в данную игру, то если вам нужна какая-то деталь, да, и там есть какой-то шанс, там 11% при разбирании, да, предмета, вы можете сохраниться и помаячить, тем самым разбирать, загружаться. Но это да, это проблематично немного по времени. Так, опыт мы получили. Хорошо. Вот, но вы можете вытащить те или иные предметы, которые вам нужны уже, непосредственно там хорошие. Потому что с развитием навыка оружейника вы получаете, ну, лучшие предметы при разборе, то есть части модификации, скажем так. Смотрим, что он у нас получил. Талант можно выбрать. Тут, собственно, атрибуты. С каждым 10 уровней вроде бы прибавляется. Почему мне опять-то 3 дали? Я не пойму. Доступны очки и навык 3. Труд интеллект 7. А дали все 3. Какой талант-то брал? 2 хитрожопость. Мы разве хитрожопые? Да, мы хитрожопые с вами. X эффективность харизм при выборе, при наборе новичков. 2x, то есть умножение. Неплохо.
Я взял бы хитрожопость. И да, и лучезарный характер. Дробовики. А я, у меня матерый, все в порядке, барахольщик. Я все-таки возьму по... Да, поддевка, так как лидер, он минус 3% шанса попадания врагов на лидерском расстоянии. А, то есть, да, у них, у противника будет меньше шанс попасть, и потом у меня еще ярость я смогу взять. Ярость как раз требует сначала поддевку. Не, не сначала, неправильно я высказался сейчас. 5 лидерства сначала требуется, и поддевка требования, видите, а потом, получается, ярость может взять. Эксперт по тостерам. 50 шансов найти дополнительный трофей при ремонте тостера для всей группы. В принципе, можно, как бы, да? Не пойму, почему только 3 дает. Ладно. Шестнадцатый. Хирургия, жополис. Компьютеры. Нет, вот так давайте. Знаете почему? Потому что скоро будут роботы. А против роботов, собственно, нам надо драться даже теми же компьютерами. Мы можем взломать. Поэтому лучше будет так. Так, закаленный. 20% больше лома от продажи барахла. Обученный врач. 15% шанс, что ваши атаки не требуют использования боеприпаса. Да тут все надо. Да, возьму все-таки, может, боеприпасы будут поменьше тратиться. Все, и так мало. Их печаль, беда. Ага. Сейчас подождите, я поменяю снаряжение. Поставим на компьютер. Сохраняй. А, у меня же снайпер. Снайпер 15. Ну вообще что-то 2 очка дали. Все так плохо. Ну, найти дополнительный ломка, такая помимо ямы, не совсем. И все-таки надо на снайпера брать и матеры, и в порядке. В порядке я уже вообще... Прозевал, скажем, на снайпера, надо было пораньше это делать. Поэтому надо брать будет. То есть, чем раньше, тем лучше. Да, делаем движение с вами еще глубже. Можем здесь за куток вот проведать. Хорошо. Сейчас мы с вами найдем. Чем-то найдем. Так, что-то похоже нет. Хотя торговец надо, да. СТДЛ, группа ЭКО, ответьте прием. Вас понял. С нами только что связались из шахты Нойвиюр. Овень. У них есть несколько людей, оказались в западе из обвала. Вот, кстати, оно. Нужна помощь, чтобы пробиться к ним, а еще в старых тоннелях кишит всякая дрянь. Ага. Да, ну вот, вот они и есть, ребята, вот про что я говорил. А, про того самого персонажа, который тоже тут присутствует. Сюда уже нельзя зайти, видимо, да?
Ну что, вроде сейчас будет бой. Не один. Так, ставим, да, на шанс крита. Скотч мы тоже на шанс крита. Так, меняла. Нет, не надо компьютера. Так, задира шанс крита. Все, тут лидер, все нормально. А вот он, кстати. По-моему, он. Входу в шахту ложит паренек, вооруженный киркой, он плачет. А моя мама сейчас заперта там. Я боялся пойти туда за ним одиночку. Теперь здесь появились вы. Значит, для нас еще не все потеряно. Прошу, помогите мне. Сейчас поможем, друг. Денис Семенов. Ну, что не сделал? Простите, это невозможно. А что он просит? В старый туннель еще можно войти, но у моих ребят нет с собой детонаторов. Если сможете отнести им детонаторы и перебить эту тварь, тогда шахтеры смогут подорвать завал и выйти. Очень не хотелось бы их вот так терять, потому я вас и позвал. Так что возьмете? Так, детонатор хорошо. А, я вас долгу, рейнджеры. Вход в старые туннели прямо за мной. Собственно, да, детонатор выносит на панель, чтобы там не мучиться. Это интересно, Орлиный глаз 10 или 9 разницы играет? Как бы тоже, да, вот неизвестно. Раньше было до 7 до развивающего и достаточно. Вот еще сундучок, как хорошо. Красные наплечники, так. Рюкзачок, это все не нужно. Патрончики. Ну что, ребят, пойдем спасать. Собственно говоря, сколько у меня? Орлиный глаз у меня, да, 7, но стоит... То есть орлиный, все, зорки. Стоит у меня снаряжение. Зоркий глаз. По сути, можно... Да, на снайперской винтовке сначала. Вот что, ребят. Снайперские выживания. А потом уже можно гнать зоркий глаз до конца. В плане того, чтобы можно куклу эту было снять, которая режет 5 брони. Уже установили заряд. Тратило со своей стороны. Так что вам придется пройти через старые шахты, чтобы попасть к нам. Только будьте осторожны. На них наверняка кто-то там... Полно ужасных тварей. Не очко, братишка, сейчас поможем. Это медоеда, да? Ух, хомяки какие. Мы уже ребята сами такие, скажем так. Опытные. Чего? Шанс, конечно, был 70%. Все, до свидос. Да, как-то хотел-то. Засада. Как тебе молнии? Да, все лидерское вот получают, как вы видите, да. И шанс там, как вы помните, да, я брал талант, что у них 3% шанс теряется на точность, чтобы попасть. Так что вполне хороший скилл. Блин, а вот на УЗИ надо было патронов 200, наверное, брать.
до такой степени прям. Как ты не попал-то? Плюха. А, видимо, как к лидеру подходит, он теряет. Видите, так крутится вокруг него всякая байда. Эх, не хватает, не хватает. Так, мы пригнулись. Ага. Вот, хоба, видели, да? Все. Будем терять шанс попасть. Сейчас пока в размере трех, да. Ну, говно, летучие мыши, нормально, подадим. Потом можно взять 5 шансов на промах. Собственно, 16, да? Вот я не понимаю, смотрите, интеллект 9. Науков 5 дали. Ну, собственно, мне тут не хватит уже этого, да, прибавить. Стоимость 6 очков. Да и ладно, я не особо как бы расстроился. Тут, по сути, только штурмовые отмычки надо. Вот отмычки надо, да, мастер-вор и штурмовые. Вот таланты, посмотри, какие там. Давайте мы с вами посмотрим, что у нас. Базовая броня. 20% площадь поражения, когда используется взрывчатка. На 20% меньше урона от энергетического оружия. Так, приносимый вес. Штраф на близкую дистанцию при использовании штурмовых. Возьму пока и матерый. Я понимаю, что там все можно взять. Да, как бы все надо. Но все мы не возьмем. Возьмем только, что мы можем развить, скажем так, по своим навыкам. Конечно, можно взять, допустим, один скилл там, ну, как вот скотчем, да, у него дробовик. И все, ему ничего не надо. Ну, там, я имею в виду, у него есть там какие-то навыки начальные, еще две. Два. Вот, взять дробовик и качать, и все, все таланты в дробовик, все. Собственно, да, вот так, если идти. Мы-то берем с вами разные, под разные ситуации, разные там диалоги, там действия какие-то. Да, винтовка прям вообще огонь. Хорошо. Они сейчас могут подойти просто под гранату. Вон у меня ходит инженер. Можно и гранатку гасить. Кстати. Что-то мне ночной ужас не дерется. Вот он и инженер. Угостишь, ребят? Конечно, говорит, угощу. Дал ему гранату. На засаду. Навык сработал на сложной батарее. Да, смотрите-ка, уклонение реально работает.
Ну, то есть промахивается противник-то. Я не хочу от тобой добивать. Ну, такие патроны, блин, дорогие. Ну, а что он творит? Вообще заклинило. Можем его накормить? И что такое? Может, говно? Да. Если говно, это дорого стоит. Я там, мол, где-то деревянный глаз. Да, хотя не написано, что это барахло. А каменюша печенка. Деревянный глаз. Наркота, да? Сейчас его тут понесет. Знаете, мошонку барсука учу. Я прям не могу, куртка. Барсучий хвост. Че еще есть? Блин, ну да, это. О-бу! Сожрал вообще все, что не давай. Может, гранату дать тебе? Так, один момент. Собственно, да, тут граната. Поставить бы. Да, проходится уже не так тяжело, но, по крайней мере, вот на другой карте, наверное, будет напряжно. Надо все-таки теперь не игнорировать торговца, а прикупить ему какую-то штурмовую, получше, чем Фамос, а то с этим Фамосом прям стыдоба. Дробовиков тут, я думаю, на этой карте не будет. Таких нормальных. Они должны где-то дальше уже появиться. Не успел, не успел. Да, я не особо расстраиваюсь даже. Гранаты есть. Так. 8, так, 7, да? Хорошо, потом присяду. Анжело дед. Напрягнемся. Может, пистолет все-таки поставить? Не, ну тут напрашивается прям гранатку приложить, да? У меня, в принципе, это ракетомет. Не, правильно. Надо другого. Так. Как-то слабо. Ну, друг. Собственно, твой выход. Отлично. Так, Анжелочка. На два, да. Хорошо. Не, у него патронов, кстати, хватает. Конечно, это щекотит по ней оружие это. По медоедам энерго. Да, в голову не попал.
Думал, своему залепят. Не, это нормально стрелялся. Так, так, два выстрела. Все, колобаху свесим. Всякие хвостики. Угу. Давайте копаем, копаем, копаем. Ну, зончик у нас уже есть. Ну, смотрим. Интеллект 10. Все равно доступных очков 7. Что прибавим? Хирургия. Не, давайте пистолет-пулемет возьмем сейчас. Потом, думаю, хирургию надо прибавить, медицину. Так, талант. Верблюд. 10 потребления воды на карте. А, так. Знатный охотник. 20 урон против животных. Матерый, обученный врач. Длительность эффекта от реанимации. 15 шанс на удар против врагов укрытия. Как понять? 15% на удар против врагов укрытия. То есть то в укрытии она что стреляет, точнее. Ладно, возьму я матерый. Что-то какой-то шмякни крота, не шмякни крота, что не пойми. А, скотч мы у нас, кстати, да, уровень получил. Двенадцатый уровень, у него есть, так, талант. А атрибутов не дали, что ли, очко? А, я прибавлял, да. Интеллект, да, у него трешечка слабовато, ну, пускай набирает. Естественно, берем в порядке, и потом берем... матерый. Ну, а все остальное уже по ситуации. Я считаю, что это хорошие навыки. Да, бухнем. Я считаю, что это хорошие навыки в плане того, что ты, да, получаешь каждому уровню очко здоровья. И плюс еще у тебя броня базовая. Никакого там доспекта можешь вполне снять, одеть, но у тебя броня будет уже плюс один. Тоже немаловажно. Ну что вы тут зависли-то, засели-то, ребята? Так, рейнджеры, ага. А, Макс Жуков, я думаю, что уже никто не больше не увижу. Камни закрыли путь там. Так, детонаторы. А мы подорвем, завалили. Так, у вас есть детонатор? Бог ты мой, останавливайте их поскорее. Потом нажмите ручку подрывной машины. Куда их стоит? Сейчас на шайтане. Сейчас как бабахнет. Просто, да, шмяк. Ну, собственно, мы спасли, да, ребят, там, туда-сюда, там, вон, побежали. О, салют. Так, животное что-то мне вообще не радует, что-то он жрет у меня все подряд, а нифига не дерется, он должен, по идее, драться-то. Ну, пускай пока бегает, где-нибудь сгодится. Раньше он дрался, раньше его кормили, как бы, дрался, да. Сейчас диалог будет. Денис, хоба, опыт дал. Мама, больше... Так. Ты хочешь стать нашим телохранителем? Да, у меня нет денег, чтобы считаться с вами, поэтому я предлагаю вам единственную ценность — бойцовские навыки. Пожалуйста, соглашайтесь, я перед вами в долгу... В долгу, я хочу с вами... Но раз ты считаешь себя должником, то ничего не поделаешь. Мы возьмем тебя с собой, нам... не помешаешь. Еще один боец. Ну, я не сейчас его буду брать, ребят.
Спасибо, рейнджеры, вы очень добры, я теперь отправлюсь к своей маме. А, ну, собственно, он будет нас на базе рейнджеров, наверное, ждать. Как бы отклонили ему... Так, очень счастливый шахтер. Хвала Господу, рейнджеры, я рад очень видеть вас. Так вот, хлоп, святилище. Даже живя в пустошах, все равно не забывайте о вере. Конечно, это непростое испытание, но если мы примем его с острым сердцем... Ладно, все хорошего. Так, оружие заряжено. Так. Ставим нашу воду. Скотч мы бухой. Собственно, зачем я ставлю скотч мы без поклажи? У него скорость бай, мы можем просто зонтик поставить. Второй. Ну, это еще и плюс персонаж. Подожди, я там был в этом храме, что-то не пускай. Да, я там был. Шахта, новый уровень. А, шахта нет. Шахта Нови Ур. Овень. Новый уровень, шахта новый уровень, что ли? Шахта Нови, наверное, как-то. Не понимаю, почему так переведено. Да, радиация нам не страшно, у нас пока костюм на 4 защищает. Так, бой. Вы замечаете агрессивно настроенных налетчиков приближается ко мне. Так, тайничок. Старые звуки. Оп, еще. Еще достижение. Еще тайничок. Ребят, ну прям шоколадно, шоколадно, да. Нагрудник понтяк. Ржавые наплечники, давайте. Утилитарный рюкзак. Кстати, алом сколько видели, дает. Да, воды у меня хватает еще. Более чем. Еще достижение, хоп, еще ты ничего. Все, мой товарищ, короче, уже там тащит просто баклажу весь в поте. В поту, правильно сказать, да. Ребята, а есть какой-то каньон Титана? Че себе? Шли-шли и пришли в каньон Титана. А где мне гусеницу-то, блин, надо убрать? Я хоть тебе не помню. Подожди, у тебя граната есть. Верни меня, да. Каньон Титана. Мне кажется, я не по адресу сюда пришел. А, потому как тут уже с монахами, там надо для берда с ракетами что-то решать. Я понимаю, что нам это придется проходить. Кстати, у меня воды нету.
Еще вот тут я не изведал. Хайпу. Мы с вами обязательно туда сходим. Мне надо найти гусеницу. Если это будет в каньон Титана, то дай бог. Тут я вроде катался, ничего нет, да? Так, подождешь, туда мы пока не пойдем. Налетчики опять агрессивные. Что-то у вас тут, ребят, ну, дайте воды еще. Исход-центр. Я вот думаю, где же все-таки купить-то? Так, оплот крушителей. Нет, мы там всех поубивали, да? Тюрьма, оружие мы там никого не купим. Вот сюда вот сходить. Так, ладно, я сейчас вернусь. Да, в цитадель. Завершу на этом, наверное, наше похождение. Потом разведаю всю оставшуюся, да, часть. И уже, если, скажем, не найду эту гусеницу, то пойду в этот каньон Титана. Может, нам надо в тюрьме завершить, убить, не убить, отремонтировать робота, да, убить этого главаря все-таки гребаного. Ну, скажем так, чтобы дальше как-то по сюжету двигаться. Собственно говоря, да. Я это все сделаю. Не буду я вас томить, да, завершу на этом серию. Я сейчас просто все продамся, а потом отсюда закуплюсь, да, всякими там патрончиками там и так далее. И отсюда мы с вами уже двинемся в дальнейшей части куда-нибудь подальше туда. Обследуем обстановку, посмотрим, где что как. Давайте, ребята, всем хорошего настроения, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, да, на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Пишите ваше мнение, комментарии, как вы проходили, как лучше пройти, да. Может, где-то гусеницу подскажете найти. Нет, так сами найдем. Давайте, в общем, ребят, всем добра и всем пока.